Ты в портал зашел? Да. Блять! О, господи. Глаза, Влад! Там глаза какие-то, блять, это что такое? Свет, здесь женщина. Нихуя себе, у нее шипы. Да, сломал, смотри, смотри. Коровы какие-то. Дружочки, пирожочки, я вас приветствую, это Гаррис Мод, Hell Resort HD, адский курорт в HD. Наша объективная этой карте... Найти 5 проклятых медальонов и сбежать из этого ужасного... из этой ужасной колдовой двери. И еще здесь есть бонус. Найти все красные черепа, и тогда мы получим доступ в комнате с бубсами. Бубс — это сиськи. Это сисечная комната. Влад, мы будем с тобой искать все черепа, чтобы попасть в сисечную? Я думаю, да. Я жил для этого момента, чтобы зайти в сисечную комнату, поэтому мы обязаны это сделать. Вечер добрый. Погнали. У нас здесь выход. Это курорт. Выход на курорт. Мы, кстати, в этот раз полицейские, товарищи. Добро пожаловать в Hell Resort HD. Причем это HD-версия, там есть еще обычный, но я как бы что-то не стал ее качать, как бы нахуй она нужна, если есть HD. Так, сторож, пошли сюда. Я куда-то хуйну, там сатанинские знаки. Я в какую-то первую комнату, попавшую, сразу зашел. Так, что это за сатанизм? А он не нажимается никак, это сатанизм. Ты нарисовал спрей, ты, кстати, поставил его? Нет? Да, но что-то сейчас не отображается. Ну, это карта такая забагованная, это... Резорт. Смотри, Hell Resort. О, все, есть. А, все, да, это Артур. А, добро пожаловать, веселитесь, начинайте веселиться. А, добро пожаловать. Так, это у нас этот, господи, ресепшн, только здесь никого нет. Это заброшенный курорт какой-то. Так, это что такое, комната? Это что за хуйня? Это двигатель, смотри. Это можно уехать отсюда. Его, наверное, собрать нужно как-то. Ботинок, блядь. Влад, там ботинок для тебя, надень его. Только он один. Не, я не хочу. Так, ну-ка, заходим. Это какие-то ванны, блядь, с толчком, смотри. Слышь, уже что-то кто-то летит. Покакать можно. Надо закрыть. Давай, Влад, ты какаешь, давай. Не забудь помыть попу, Влад, вот здесь вот. Специально для тебя сделали кранчик. Попу мыть надо, попу мыть обязательно. Мы, кстати, а здесь животное какое-то было? В этом, в контейнере, вон, в синем. Собака чья-нибудь, наверное. Надо черепа искать, здесь черепа было написано, красный найти нужно. За них бонусы дают в виде сисечной комнаты. Смотри, а комнаты, кухня, секьюрити, комната обедов и комната лаундри. Что такое лаундри? Лаундри рум. Что-то знакомое, но я уже не помню. Давай отсюда. Это один... Это... Бля, что такое начинается? Слышь, что-то летит? Нет. Так вот, это первая? Да, это первая комната. Пошли в нее. Вон я уже вижу... Это свет! Здесь женщина! Нихуя себе! У нее шипы какие-то, смотри. У нее шипы... У нее розовые носки. Влад, забери их, они понравились. Она прям... Это моделька, кстати, из Left 4 Dead. Помнишь, мы такие же там видели? Спижены нагло вообще. Надо в суд подать на разработчика этой карты. Пол поменять можно, вон. Чего можно? Ведро. Ведро попу помыть можно? Конечно, бери, будем попу мыть прямо на пути, на ходу. Надо по порядку идти. Вот здесь белье сушит, смотри. Нормальная тема, я тоже раньше так сушил. А нас пугать-то будут вообще здесь или нет? Чё за хуйня? Вот, бля, что такое, Влад, слышь? Чё было сейчас? Какое-то шипение. Я слышал шипение, как будто телевизор сломался. Это сатанисты, вы нашли один из 5 медальонов, каких еще медальонов? Что я подобрал? Медальон что какой-то, я не знаю, проклятый. Нам, нам было сказано найти медальоны, чтобы закончить карту. Но в то же время здесь есть черепа. Черепа важнее всего, за них сисечную комнату дают. Так, ну все, здесь был медальон. Игорь. Где Игорь? Где Игорь? Стой, бери его. Бери Игорь, его можно взять? А, он такой, смотри, он не берущийся, он не подающийся воздействием. Игорь, у него цветочек, слушай. Ты видел, у него цветочек вырос? Если вот отсюда смотреть, маленький сбоку, наш Игорь подрос. Так, третья комната. В третьей комнате такая же, блядь, как и все остальные предыдущие до нее. Пустая, бессмысленная и нету черепов. Вот, смотри, сатану призывали. Блядь, что такое, слышишь? Меня затащили. Нет, они не затащили. Мне показалось, это как, блядь, в этих... А, я помню, в Зачарованных. Они такую же хуйню рисовали в сериале, смотрел Зачарованных. И там они каких-то этих призывали, демонов, блядь, в этот круг. И с помощью этого круга могли уничтожать этих демонов. Куда-то там отсылать назад. Здесь, видимо, Зачарованные живут, блядь, в этой комнате. Так, это... А, мы, кстати, уже видели такую на... картину вон. Это семья, которая здесь живет. Но это курорт, как они могут здесь жить? Телефон не подключен никуда. Никуда вообще, ну-ка. А, да. Вон там. Но это новые разработки, бля, что-то хотел. Это в ретро-стиле сделано, это на самом деле сотовый телефон. Как, он сделан в стиле обычного, но звонит как сотовый. Музыку можно включить? Он из лефты там, копия. Да-да-да. Кто-то летит, слышишь? Что за звуки? Смеется кто-то, это может быть отец Григорий? Кто-то снынёт. Это отец Григорий, я уверен, это у него такой же смех. Так, что это такое? Это, подожди, а куда мы зашли-то?
Это здесь написано вообще? Это dining room, это обеденная комната. Здесь обедают. Да, смотри, каши вот этой, блядь. Это что такое вообще? Это месиво, блядь. Бобовое месиво какое-то. Хочешь бобы? Влад, ты любишь бобы? С них потом еще сильно пропередишься. Хлопья он еще есть. Grand Moms. Грандиозная мамка. А это кухня, это кухня. Что можно найти? Опа, 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 тихо, кровь появилась. Везде, причем, смотри, это может быть убийство здесь было какое-то. Так, захожу сюда. Кладовка, смотри. А, вот череп, череп, Влад, я череп нашел. Все, один из пяти. Еще четыре, и мы получим сисечную комнату. Снежок вроде бы, не? Ну это по идее, да, снег. Нам по идее медальона нужно искать, но черепа это тоже нормально. Это паб. Так, а он закрытый? А, нет, он, смотри, ну открытый паб-то у нас. Это, короче, это пивнушка. Радио, смотри, нажимаю. Так, я нажал, он включилось. А, ну... Вот, все, музыка, смотри, можно слушать. Сейчас кто-нибудь вызовется. Так всегда происходит. Так, вот комната. Это кухня, да, это кухня паба. О, ты смотри, что здесь происходит вообще. Здесь мясо какое-то повсюду. Это что за хуйня? Так, медальон нашел, один, два из пяти. Так, окей. А, так это здесь из людей, что ли, блядь, что-то делали? Подожди. Причем здесь, Влад, смотри, здесь мешки тоже из Left 4 Dead. Это СЭД, СЭД. Та корпорация, которая там заразила всех. Или спасла, наоборот, хуй знает. Я уже не помню. Пошли в туалет. Вот. Это ты открыл, Влад, или она сама открылась? Я. Я уж испугался, блядь, она главное. Так, картина. О, господи. Это, видимо, какие-то автоматические звуки. Они здесь специально сделаны, чтобы прокекаться как следует. Блять, здесь кого-то либо тошнило, либо, я не знаю, смотри. Либо кто-то обоссался. Но это такой, знаешь, прям самый настоящий общественный туалет. И здесь же бумага стоит у нас. В этой санине ужасной. Нет, здесь... Аж два бумаги. Да, две бумаги. Это если вы вдвоем будете какать, чтобы на обоих... Одновременно. Да, одновременно. Кто-то писает, а кто-то какает. Лаундри. А, вот, смотри, лаундри. Смотри, здесь спуск. Ужасный. The Devil's Flower. Дьявольский цветок какой-то. Что за дьявольский цветок? Что это такое? Это дьявольский цветок, что ли? Вот эта хуйня? Что это? Опять туалет. Слушай, а там какая-то кнопка, смотри, это что такое? А, так она нажимается, ёпта. Это загадка, что ли, какая-то? Подожди. Здесь нужно порядок нажать какой-то. А откуда я его узнаю? Здесь написано дьявольский цветок. А что он нажимает-то? А, вон что-то написано. Что-то первое будет... здесь в сердце сгнившее на юге. Это юг, видимо, да? First, Влад, first, это юг. Первый, это юг. Армия с юга-востока придет, зарепирует всех что-то там и, короче, так далее. Я, по-моему, взял. Где? Нормально. Ходи с ней тогда. Будем подтираться временами. The sinful, короче, up. Это up, это наверх. А в каком порядке их нажимать-то? Подожди. Так, один, два, три. У нас только... Это, то есть, три кнопки нужно, что ли? А вот еще одно. Четыре. Значит, сообщение четыре. Это у нас что? Это west. West — это запад. Так, подожди. First. First написано — это юг. Надо записать, кстати. Сейчас я запишу. Подожди. Короче, у меня получилось... у меня есть несколько галочек. Я не знаю, в каком порядке нажимать. Вниз... Влево. В угол. Наверх. Нет. А как это нажимается? Подожди. Вот это. Вот это. Вот это. Вот это. И вот это. Вот все подошло. Ну. Гений, ёпта. Гений, пошли. Это дьявольский цветок, я решил. Так, что здесь у нас такое? Так, заходим. Это какие-то эти. Это ванная, по-моему. Здесь мыли кого-то. Смотри. На резорте на этом. Бидон он всякий. Так, что это за комната? Стиралки, Влад. Не хочешь простернуться? Комната. А, вот, смотри, открыл, заходи. Заходи сюда скорее. Туалетная бумага, и ты будешь кидать ее во всех. Так, еще что-то. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри, там корова, блядь. Кинул туалетную бумагу, там повсюду коровы мертвые какие-то. Что это за хуйня вообще? Череп, вот, а, это этот. Три из пяти медальон. А где черепа-то все? Дайте мне черепов. Я в сисечную хочу попасть. Я без сисечной не уйду отсюда. А если иду, я буду очень огорчен. Так, это мы... Так, а вот еще одна комната. Ну, все, заходим. Здесь какая-то большая стирка, блядь, была у людей. Почему здесь повсюду белье, блядь, висит? Мне кто-то это объяснит. Так, сюда. А, так это назад. Это назад. Здесь нет нихуя. Так, все. Мы сделали в лаундри комнате здесь все. Мы все нашли. Нам нужно оставшийся медальон тогда дальше искать. Пошли наверх. А, смотри, здесь второй этаж еще есть. Пошли-ка на второй, слушай. Мы не заходили еще на него. Вот, открыто. О, что это за мясо? Мясные сгустки, блядь, какие-то.
Так, в этой хуйне нет, ничего нету. А что за мясные сгустки? О, смотри, там мужик лежит безголовый. У него башку оторвало. Странная комната, конечно. Так, 8. Так, что еще здесь? Так, подожди, так, это назад. Так, 7. Это 7 по какую-то там комнату. Пошли в 7. Так, заходим. Вот это еще один этаж. Смотри, здесь койка детская есть. В которой никого нету. Во, стул. Блять! Стой! Ебать, блять, это какой-то демон придет, слышь, на стуле. Ты это видел? Сатанинский мужик, сатанинский мужчина на стуле появился. Он здесь повсюду какие-то ритуалы проводит. Непонятные. Мы какую карту не проходим, везде какие-то дьявольские знаки. Что за херь вообще такая? Так, это что такое? Это 8, заходим. А вон там мужик стоял, слышь, видел? Блять, шипение какое-то началось. Там, короче, мужчина, я захожу там в комнату, а там мужчина стоит, смотрит на меня. Череп нашел. 2 из 5. Еще 3. Мужчина, короче, череп охранял тот. Так, вот сюда вот заходим. Так, что это? Блять, да иди туда, сука какая, блять, а? Загибали, они передо мной появляться. Она еще взорвалась, там бабёна какая-то стояла. Какие-то дешевые скримеры. Это обычные модельки из этого, господи, из Half-Life. То есть автор даже не заморочился над созданием каких-то более-менее продвинутых скримаков. Тупо модельки захуярил и все. Во, смотри, это комната для влюбленных. Телефон он есть, опять не подключенный, кстати. Здесь вообще ни один телефон не подключен. Неудивительно, что они не смогли вызвать помощь, когда на них напали демоны, блядь. У них ни один телефон не подключен. Это как-то тупо, мне кажется. А, вон, смотри, смотри, светится еще одна хуйня. Все, еще один медальон. Это у нас 4 из 5 уже. Все нормально. Скоро выберемся отсюда. А там кукла сидит, смотри. Ебать, что сейчас было? Какие-то как будто... Да. Я сейчас ничего не видел, но, блять, у меня очень сильно зашумело в правом ухе. Я чуть не оглох. От такой хуйни можно, короче, слух потерять вообще. Что это за кукла такая? Она, кстати, под картой сидит в оригинальном этом, в оригинальном Гаррис моде. Там, если ноуклипом под карту залететь на одной из карт, там будет секретка с этой ебаной куклой. Копи-папер он. Где копи-папер? Вот эта хуйня, копи-па... А, да, копи-пейпер, это копирующая бумага. А, ну сюда мы... А, вон мы... Подожди, а мы были вон там, вон, в 10-й? Чё это за комната? А, нет, не были, смотри. Новое чё-то, новое, ёпта. Вот, слышу звуки. Крысы, мыши летят, бегут. Всё тогда, заходим. Так, а смысл? Здесь тоже нихуя нету. Вы чё, издеваетесь, что ли? Тут пусто. Да здесь вообще ничего нету. Это ловушка Джокера самая настоящая. А, смотри, ёпта, мы вот эти не открывали, мы сюда-то не заходили. Все, 4-ю туда заходим. В 4-ю у нас что? Рум написано. Череп, ладно, здесь череп, это сисечная. Все, 3 из 5. Нормально. Мясо какое-то в раковине. Что за... Почему здесь везде мясо какое-то вообще? Или что это такое? Ржавчина? Даже не... Что вот этим хотел сказать вообще автор этой карты? Что это за хуйня? Так, 6-я. Как канистра, Тём. А, да, я вижу. А ее, может быть, здесь как-то можно, нет? Нет, она не берется. Слушай, а здесь ружья есть, смотри. Здесь ружья у нас лежат. Их, может быть, взять? Нет, нельзя, к сожалению. Я бы хотел вынести мозги этим ебучим демонам, которые у нас там летают. Это ты радио включил? Да. А что нам дают эти радио? Они только шумят и мозги ебут. Сломалось он вообще. Дешевые, блядь, китайские какие-то. Само. Давай сюда. Давай, я иду. Что это? Что здесь? Опять звуки какие-то пошли. Осторожно давай, Влад. Кто здесь, ёпта, шумит? А кто здесь? Никого нет? Там кукла, кстати, опять это сидела. Так, это что за комната? Это толчок. В толчке. Вон, вон, смотри, смотри, смотри. Что это медальон? Так, все, я взял. 5 из 5, Влад. Мы все медальоны нашли. Только у нас черепов нету для... зло пробудилось. Вы чувствуете это? Серьезно? Как бы это очень интересно звучит, учитывая то, что мы находимся рядом с туалетом. Зло пробудилось. Компьютер вон есть. Влад, хочешь поиграть в Гаррис мод? Садись тогда. Блять! Шипы какие-то, смотри, из двери появились. Меня чуть не ёбнуло этими шипами. А, вот, смотри, я нашел что-то. Что это за... Вот, смотри, я нашел, ёпта. Вход какой-то. Здесь череп еще один лежит. Подожди, это какой? Это 4 из 5. Блять, шипы опять. Да идите вы нахуй, шипы. Нам еще один череп осталось найти. И у нас будет доступна бонусная комната. Только где этот череп-то? Все, короче, пошли. Черепов мы не нашли. Будем без комнаты с грудями. Вон, 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 да, засветился у нас там что-то. Так, а может быть он здесь сейчас будет? Подожди, подожди. Это портал, что ли, какой-то? Не заходи в него. Здесь нету черепа нигде? Сука, нету, смотри, нету. Бля, здесь только тела какие-то. Так и что мы теперь без комнаты с грудями? Ой, я в какой-то коридор попал.
Че за коридор такой? Какой-то очень темный, блядь. Лата, ты здесь? Ты где вообще? Ты в портал зашел? Да. Блядь! Ах ты, сука, ёбаный, там скример был! О, Влад, у тебя почему-то глаза белые. Ты демон какой-то, что ли? Почему у тебя белые глаза? Блядь, там, короче, ебучий скример какой-то выскочил. Это... А, так у нас пол появился, смотри, дыра какая-то в полу. Чё это за дыра? Ну-ка, пошли. Это что такое? Вода. Слышь, там глаза, Влад! Там глаза какие-то, блядь, это что такое? Че это за хуйня, Влад? Она тебя убила. Там какая-то хуйня с кровавыми глазами, она тебя ёбнула, короче, и улетела вот сюда вот. Налево куда-то. Я за ней побежал. Она улетела сюда. Так, погодь, а я куда? Это босс какой-то, что ли? Так у нас оружия нету. Какой босс, блядь, вы чего? Это ахинея. Там осторожней, там эта штука только. Вон она, а, это ты бежишь. Она куда-то улетела, короче, я тебе серьезно говорю. Она по этим тоннелям летает. Паскудная эта хуйня. А здесь смотри, что это такое, дверь вот, смотри, открывай. А, это код, блядь. Да ладно, здесь еще код нужно искать. Вы че, ёбнулись? Какой код, откуда я его знаю? 6, 5, 3, 1. Нет? Не подходит? Меня убили. Так а где мой код с тобой? А вон она, Влад, сзади, отходи от нее. Вот на эту штуку запрыгни. Блять, да ладно, я же на этой штуке стоял. Почему она меня убила-то? Блять, она опять здесь, да ладно. А все, она улетела. Так а что здесь делать-то, откуда мне код-то узнать? Он может быть где-то здесь? А, вот, смотри, Влад, 4D. Куда ты сейчас? Подожди, 4D. 4... Классно. А что означает 4D? Я знаю, есть 3D. 3D кинотеатр. Это как связано с кинотеатром с каким-то. Она, короче, на стене была написана. 4D там было. Надо цифры на стенах искать. Здесь нам подсказки. А, вот 7B. Смотри, 7B. А, или это 1, подожди. Или это 7. Влад, это 7 или это 1? Подожди, я запишу. 7, короче. А что она нам дает-то? А, подожди, я букву не написал. Букву. А нахуй нам буквы? А, или это может быть как бы по английскому этому? А, английскому алфавиту? Типа A, B, да, блин. Это A, B, C, D, что ли? То есть 7AB, то есть это вторая, что ли, получается? Семерка у нас. Скорее всего, да, потому что там нельзя цифры вводить. А это как бы подсказка. Я понял, сейчас посмотрим. Но нам нужно еще две найти. Если увидишь... А вот, смотри, еще одну нашел. 9C, да. А, там жалко. 9, это все, похер. У нас еще 9C. ABC, да, получается все. Вторая у нас 7, третья 9. И там 4D еще. ABCD это последний. 4 это последний. Надо еще одну цифру найти. А здесь дерево какое-то, смотри. Здесь деревянный этот выступ. Или это спрятаться здесь можно от этой хуйни. Тебя убили опять. Он сзади летит, по-моему. Давай сейчас попробуем. Так у нас только B, C и D. У нас буквы A нету. Мы это не сможем сделать. Ну давай так, давай нажмем тогда. Хуй знает. 7, 7, 9, 4. 7, 9, 4. А почему у меня 3 нажалось? Нет, не подходит. Подожди, 7. Блять, да что? Почему у меня тройка нажимается? 7, 9, 4. Нет, не подходит. Блять, меня ёба. Ну вот. А, слушай, а кстати, а можно, слушай, подобрать наугад-то? Нам же сказано, что у нас эти последние буквы, то есть BCD, а первый-то у нас нету, первый можно наугад подобрать, реально. Давай наугад тогда, хуйнем, да и все. Давай, короче, знаешь, как-то сейчас прям по порядку пойдем. 1, 7, 9, 4, 1, 7, 9, 4 и Enter. Так, ну-ка. Подошло, смотри! Сразу, блядь. Так там однерка была все это время, да ладно. Нихуя себе. Нормально так. Да, решили, короче, мегамозги, Влад. Это мегамозги, я тебе серьезно говорю. У тебя глаза б... Это конец, что ли, блядь? Мы спаслись из адского курорта? Из Hell Resort? Так мы вышли на темную улицу. Это тьма какая-то вообще. Вы спаслись? Блядь, ну мы череп-то не нашли. У нас сисечной комнаты не будет. Бупсрум-то мы не получим. Да, смотри, 4 из 5. Блять, ну это жалко. Комната пати открыта, туалет открыт, а комната с хуями, Дикстерум тоже открыта, Бупсрум не открыта. Это очень плохо. Нам дали комнату с хуями, так что я что-то
Не особо этому рад, если честно. Бупс, рум, вот, но мы в ней не пойдем. А можно ее как-то взломать? Здесь можно оружие призывать, подожди. Нет! Оружие призывать нельзя. Да. Туалетная комната. Ты в туалетной комнате? Где ты там вообще? Подожди. Он тут. А, ну да, ну здесь тупо туалет стоит в центре и все. С саниной прям внутри. Влад, ты уже успел сходить, да? После наших приключений. Там и папка. Боже мой, как это все омерзительно. Какой ужас. А, Влад. Я на кофе туда заходил. Ты заходил в комнату с хуями? Я думаю, ты должен это видеть. Это 10, это шедевр, Влад. Это просто шедевр. Что-то мне подсказывает, что сисечная комната, она такая же должна быть. Да. Я в пати-рум пошли. И это диско, здесь танцевать можно. Смотри, сейчас танцуем, ёпта. Ты умеешь диско хуярить, Влад? Что это такое? А здесь замок, слушай. А что это за замок? Причем эта штука открываться должна как-то. Может быть, ящиком его разъебать? Подожди. Да, можно? А как мы его разъебем? Не разъебется он никак, ну. Я сейчас покажу. Диску давай. Ну-ка. Это танец. А, ну, а как тебе сказать? Я бы даже это не назвал танцем, конечно. Ну ладно. Там ключ какой-то, Влад, нужно найти. Для подвала. По-моему. А здесь еще смотри, какая-то любовная комната, блядь. Что это за любовная комната? А куда нажал? Ты закрыл занавески. Я не знаю, что ты собрался здесь делать. Вот здесь танцы есть. Один. Я музыку включил. Мне кажется, мне за нее бан прилетит. Давай я лучше следующую. Что у нас следующее? А, это мемная музыка, это я знаю. Короче, все. Его можно, все, мы отключили, пошли. Заканчивайся. Пошли вот в эту комнату, закончим тогда. В любовную комнату, Влад, заходи сюда. Запрыгивай на кровать. Закрывай ее. Закрывай и заходи. Давай, вон туда залази прям. На кровать. Друзья, это был Hell Resort, адский курорт. Оставляйте комментарии. Здесь, кстати, смотрите, какие-то женщины рисованы, девушки. Причем здесь отрывки из газет «Пропавшие люди», в то же время какие-то модели из этой, вон. Из всяких журналов, из плейбоев. Друзья, подписывайтесь на канал Влада. Все ссылки есть в описании, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, вступайте в группу, подписывайтесь на Твиттер, подписывайтесь на паблик. Друзья, карта будет в описании. Если вам понравилась она, вы тоже ее можете скачать, поиграть. Что еще сказать, Влад? Что я еще забыл? Полицейский. Уважаемый полицейский. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Но это тебе спокойной ночи, потому что ты на кровати. Ладно, друзья, до новых видео, да, до новых встреч. А вот смотри, Влад, слышь! Влад, чё я нашёл-то, блядь? Здесь открывается в потолке. Смотри, принеси ящик. Мы сейчас на ящик запрыгнем. Где наш ящик? Сейчас, принеси. Охуеть! Это вот шо? Это ты прикинь, да, как, короче, там всё секретно сделано. Пошли, неси его. Сейчас мы залезем, ёпта. Сейчас мы здесь решим все загадки. Ну-ка, ставь-ка ящик-то. А по нему точно... Так, ящики по экрану не видно. По нему точно можно залезть туда, по этому ящику? По-моему, там высоко. А чё там? Слышь, а там тоннели какие-то. Там тоннели дальше. Вот, залез, залез, смотри. И чё здесь у нас? Влад, залази. Давай ко мне залази тоже. Сейчас секунду. Всё, пошли, пошли, нормально, нормально. Сейчас, а чё здесь у нас было-то? Влад, монтировка. Влад, там монтировка лежит, блядь. Это монтировка. Сейчас возьму. Я монтировку нашел, блядь. А знаешь, что это означает? А это означает, что мы сейчас сможем попасть вниз, в ту комнату с замком. Мы сейчас сломаем замок и... А вон там еще, слышь, там еще одна появилась, вот еще одну возьми. Там еще одна заспавнилась, иди тоже. Сейчас иду, давай. Все, пошли, в подвал. Давай, давай, сейчас, ну-ка, подожди, сейчас я ебну. Да, сломал, смотри, смотри. Коровы какие-то, охуеть. Это что за... Это продолжение, что ли, реально? В смысле продолжение? Ну пошли. Охуеть. Я бегу. Слушай, я такого не ожидал. Это реально, это продолжение карты. Да ладно, вы чё? Издеваетесь, что ли? А здесь на сужение. Смотри, здесь на сужение пошло уже. Влад, не бей меня. А там кнопка в конце. Там что-то написано, по-моему. Угу.
только... Красным. Да, только мы сейчас так долго будем идти. Там написано «Freedom», «Свобода». Слушай, оно сужается. Мы не сможем отсюда спастись. Да, все, тупик, Влад. Это, короче, прикол такой. Мы туда не попадем. Да, это была ловушка Джокера.